Что-то уже новый тархун. Да я их тут собираю. Ладно, все. Поехали. И отставили. Все. Извини. Все нормально. Привет, привет всем. Иди нахуй отсюда, дорогой зритель. Чё, народ, как дела? Привет. Здорово. Здорово, бродяги. Дела? Дела идут. Нормально. Да, все как обычно. Углеводов около ноля засыпало. Так. Да, она самая. Сейчас за бабахом. О, еще один гриль купил. Ну, поздравляю вас с покупкой. Теперь будете есть вкуснейшую грудку. Сегодня грудь вечерочком. Я вообще жирное ничего не ем. Ну, в смысле, мясо не ем жирное. Я не знаю, можно или нельзя. Ну, скорее всего, нельзя, если следовать логике. Вот. Сейчас дерьмецо всякое обрежем. Привет. Приветище. Наверное, все работают в обед, в смысле днем. Сколько гриль стоит? Откройте, блин, интернет, да посмотрите, сколько гриль стоит. На маркете все, все грили на маркете. Сколько он стоит? Ну, везде по-разному стоит. Да, в гриле очень вкусно грудка получается. Просто фантастически вкусно. Мега. Да, 8400 это тефаль, но я, по-моему, подешевле брал. Ну, борг, понятное дело, борг. Можете борг покупать. Мясо от этого лучше не станет, я думаю. Куча кнопок ненужных, куча функций нахер ненужных, вот и все, весь борг. Это мое мнение. Вот. Поэтому я себе взял тефаль. Все, что нужно, в нем есть. Модно, ну, можно, да. Ну, там я ее удалил чертям собачьим эту запись. Вот. Поэтому повтора не будет.
шашлыки на балконе мутить? Да, можно. Шашлычки на балконе. Почему нет? Можно все что угодно. Ой, не успел прочитать что-то. Ну, понятное дело, что Борг завышен. Завышен, причем космически завышен, на мой взгляд. Да, аппаратура очень хорошая, Борг. Очень хорошая, ничего не скажу. Но, сука, завышен, пипец. Плита, вот это плита индукционная, она только специальные, ну не специальные, только железные сковородки и кастрюли воспринимают. Должно быть железо, чтобы была индукция. Она стоит в районе 3000. Очень, кстати, классная, она моментально нагревает, просто за секунды. Бешеная плитка вообще, честное слово, прям огонь. Очень нравится. Но нужно покупать посуду, на которой есть значок индукции, чтобы она работала. На алюминиевой посуде она не включится. Она не нагревается вообще. Нагревается только это, железка. Здорово, здорово. Вот. Нержавейка нет, не будет, только железо. Должна быть железо, чтобы была как бы индукция. Я так понимаю, разность потенциалов, чтобы это было, ну, чтобы проходили индуктивные токи. Так. Так. Вот. Но на самом деле легко. Я в Икее вон купил кастрюлю и сковороду. С этой, с железным дном, стоит хуйню, копейки, до 1000 рублей, там рублей 800 что ли, а по карте что-то там вообще рублей 600 что ли. Да Ренджи не продавал, что мне его продавать, у меня его вон чувак сядет и уедет на нем, покупатель уже есть. Я просто Хаммера никак еще не найду, ну в смысле не искал, все времени нет, а Рендж-то за 3 секунды уедет. Рэнджем проблем нет. Проблемы Хаммер найти. Времени нет найти его. Вот. Что так? H2. H1 это слишком мажорно. Уж слишком. Очень мажорно. H1. Продам Хаммер. Продавайте. А что, у вас нету сисек? Так это же проблема решается быстро. С сиськами-то сейчас что, проблема что ли? 150 кусков и вот такие сиськи. Момент. Было бы. Осчастливьте себя и кого-нибудь. Всего 150 кусков надо. Чё, нет? Нет. Ну нет, значит нет. Значит не будет сиськи. Силиконовые сиськи – это круто. Да, неправильно у вас понятие о синторе. Все говорят… Блин, ну да, кто о чем? У кого что болит, тот о том и говорит, да? Блин. Блин, надо срочно поесть, что-то я дрищну. Чувствую, что дрищаю.
Не ем, обещаю. Ну что расскажете, бродяги? Да будем сейчас есть. Сегодня, может, три раза пожарю грудку. Сейчас поеду в банк сгоняю, потом опять приеду жарить. Привет, Тольятти. Блять, ну вот что-то вот реально подзаебал, а, чувак. На работе. Да времени-то еще мало. Уже устали. Я тоже не выспался ни хера. Уже давно на работе. Да, конечно, тренируюсь сегодня вечером. Нет, сон пока не наладился. Ничего, наладчика сна моего нету просто. Диванчика здесь нет. Ну, легкими нагрузками надо закачивать по-любому. Гиперэкстензиями там, я не знаю, ну, тяговыми упражнениями. Чудо не произойдет. Сама она сильнее не станет. Позвоночник и все, ничего не, ну, само себе не произойдет. Поэтому надо закачивать. Грудка не сгорит, нормально. Все, ой, все по плану. Грудка, какие-то толстые куски получились. Машуня, привет. Купила чемодан? Маш, я тогда пошел билет покупать. Блин. Я не знаю, что сказать. Маш, давай уже, приезжай быстрее, будем с тобой вместе привет передавать с камеру всем нашим подписчикам. Очень сильно жду. Да, салаты ем, но последнее время не ел. Как не, я как-то дома там огурцы, помидоры ел. Очень большую порцию. Не, у меня когда все хорошо, я все ем. Когда у меня что-то не важно, я ни хера не ем. Но у меня такое предчувствие, что я буду есть теперь салаты по 5 раз в день. Ну а кто в этом виноват? Блять, грудка сгорит нахер сейчас. Привет. Всем привет, привет. Что-то все подключается, народ. Я уже... Что там за шуры-муры? Все нормально. В договоре у менеджеров. Наш договор. Там у менеджеров, посмотри.
Блин. Да. Наверное, только дурак еще не догадался ни о чем, да? На самом деле. Я ничего не говорю, я молчу. Так, все, народ. Грудка готова. Вот, видели? Сейчас я ее снимаю. Ну, мне надо позвонить. Все, давайте потом подключусь, попозже.